Так, всем приветик. Я таки вернулся на дачу. Правда, чуть позже, чем планировал. Как видите, у нас солнышка нет, но пока еще тепло. Сейчас порядка 18 градусов, когда я приехал, было 20. Вот, значит, по апельсинке. Апельсинку я так и не забрал. Там датчик скорости поменяли, но на приборке стрелка все еще трясется, поэтому попробуем заменить тросик до приборной панели. Возможно, проблема в нем. По моей машинке, значит, задние колодки мы не поменяли, там возникли некоторые проблемы. По передним... Можно упасть на щебенке. Поставил новые диски. Сейчас как раз поездкой на даче откатал. По ощущениям стало намного лучше. Понятно, что пока колеса притираются, ну, не колеса, а диски с колодками. Вот. Нужно немножко поездить. Они у меня перфорированные в данном случае. Но стало лучше. Заодно, пока был в Москве, помылся. Но пока доехал до дачи, собрал всех возможных мух. Ну, судя по всему, сейчас еще и дождик будет, поэтому ничего страшного. В мое отсутствие, на самом деле, чуть раньше я заметил, у меня вот здесь лежал бетонный блок от электрических столбов. Его здесь бросили, я его тут положил. А положил я его не просто так, чтобы сюда никто не ездил. О, гремит. Гремит, гроза будет, будет гроза. В общем, блока, как вы видите, здесь нет. В мое отсутствие его раздолбали и положили вот в эту канавку, о которой я говорил в прошлый раз. Меня об этом никто не спросил. Хотели как лучше, но я вижу, что у меня уже вот здесь, вот сюда легковые машины, когда едут, прямо уже сюда заезжают и здесь разворачиваются. Поэтому вот эти столбики мы отсюда вытащим и поставим ближе к дороге. Потому что нефиг так делать. Вот. Здесь уже у меня щебенку настолько заездили, что она у меня смешалась с землей. Вот. Химии пока не обрабатывал. Поэтому тут крапива где-то растет, где-то трава. Со всем этим мы решим вопросик. Завтра, скорее всего, я уже буду делать воду, потому что вода из реки ушла, и, скорее всего, на днях буду косить траву, потому что трава внезапно решила вырасти. Слава богу, за полтора дня, которых меня не было, кроты не прикопали снова землю. Туча. Деревце, которое я пересадил, опять же, за полтора дня, визуально с ними тоже ничего не случилось. С этим вроде бы тоже. Хотя это как-то вот это неважно себя чувствует. Трава, 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 трава. Очень большая. А вот здесь почему-то не выросла. Хотя я ее засеял. И вот там она выросла. Река. Надо убрать траву, которую нанесло. И уже протягивать воду. Сирень еле доели, надеюсь, в этот раз я все-таки дойду и их подрежу, потому что надо их чистить. Ну и если ветер позволит, начну заниматься сарайчиком. Я пока только не знаю, с чего я начну, с крыши или с этого, с обшивки стен, но думаю, что самолеты летают. Но думаю, что у меня все получится. Единственное, у меня есть вопрос. Вот есть сосна. Вот она. И что мне с ней делать? На кабеле питания есть провисание. Провисание уже много лет, когда очень сильный ветер, тут летят искры. Сосна, она, конечно, не под прям проводами, но почти. И вот что с ней сделать? Потому что если на нее попадут искры, могут быть вопросики.
Она, конечно, очень красивая. Я с ней очень долго морочился, потому что она и падала, я ее поднимал, подвязывал к забору. Кстати, окажется, все-таки нашел, где забор немножечко подняло. Вот здесь. Надо сюда будет ударить молоточком. А тут все хорошо. Земля очень мягкая, тоже все в траве. Интересно, вот эти деревца прижились. Веточки есть вот здесь. Веточек нет, и здесь нет. Не знаю, может, еще деревья не проснулись просто. Может, нужно время. Но я боюсь, что все-таки покупные ивы нужно сажать в начале лета, потому что если их сажать в середине, то они, походу, не приживаются. Дорожка подсохла, но чувствую, если сейчас будет гроза с дождем, ее обещали как раз примерно в это время, то завтра тут снова будут лужи. Поэтому такие дела. Продолжаю сейчас раскладывать вещи с машины, которые привез. На сегодня, наверное, все. Сейчас больше уже ничего не поделаешь, потому что если дождь пойдет, только остается сидеть дома и смотреть сериальчики. Всем пока!